Бирские хоккеисты из «Кристалла» 2005 года рождения сейчас находятся в Китае на крупнейшем юношеском турнире Азии CCM. Среди участников 10 команд 2004 и 5 годов рождения из Китая, Японии, Кореи, Швеции, США, Канады и России. В первой игре 25 июля бирчане встретились со шведской командой. «Кристалл» открыл счет и шел впереди на протяжении всего матча. И только за несколько минут до окончания встречи шведы забросили шайбу в ворота бирчан, продлив игру до буллитов. По итогам наши одержали верх со счетом 2-1.